Всем привет! Вы на канале Труджим, и с вами Свеженцев Роман. Вот и прошел долгожданный многими бой между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье за титул чемпиона UFC в легком весе. А дальше будут спойлеры. Чудо не произошло. Как Хабиб и сказал в своем интервью перед боем, буду валить. Так он и делал. И уже после первого перевода показалось, что Хабиб задушит Дастина. Но Порье выдержал натиск. Первый раунд за чемпионом. Второй раунд начался в пользу Порье. Дастин все же смог использовать свой шанс. Хабиб пропускает удар. Порье почувствовал кровь и ринулся добивать, нанося удар за ударом. Но Хабиб быстро пришел в себя и снова перехватил инициативу. Третий раунд. Хабиб проводит очередной тейкдаун, и Дастин использует свой второй шанс. Хабиб попадает в тиски. Но снова, как бы ни казалась ситуация безнадежной, чемпион выбирается из тисков, и вот уже Порье приходится выживать. И Хабиб защищает свой титул чемпиона и завоевывает 28-ю победу подряд. Ждем, кто будет следующий. Но по словам Даны Уайта, следующим должен быть Тони Фергюсон. Кто должен стать следующим соперником Хабиба? Все говорят про Тони. Как ты думаешь, с пятой попытки получится организовать этот бой? Да, Тони следующий. Определенно, следующий на бой за титул – это Тони Фергюсон. Если он этот бой примет, нужно посмотреть, как все будет происходить. Когда Хабиб захочет драться, и захочет ли Тони принять этот бой?